лета, они свое мастерство и красоту, которую мы видели, оттачивали годами. Вот несколько лет такое же мастерство в изготовлении и разработке принтера оттачивал коллектив компании «Русат» и производственная площадка НПО «Центротех». Всего в разработке и в изготовлении было задействовано больше 100 человек. И этот большой коллектив, я считаю, смог сделать ту задачу, которая перед нами стояла. Техническое задание на разработку этого принтера было согласовано с ведущими корпорациями страны. Его лично утвердил главный технолог ОДК. И мы стремились сделать принтер, который соответствует лучшим образцам мировых лидеров. И я уверен, у нас это получилось. У принтера он может работать с двумя лазерами. Причем может работать как с лазерами зарубежными сканаторами, так и с лазерами и сканаторами производства Росатом. У него увеличился столб построения, теперь он 300 на 300 и глубиной 370 мм. У него уникальная система фильтрации, которая самоочищается и помогает повысить производительность, увеличить длительность работы принтера. У него наша российская система управления ИПО разработки специалистом компании «Русат». И у принтера более 40 различных датчиков, которые нацелены на то, чтобы принтер работал безопасно и качественно. Все это позволило сделать принтер, который работает надежно, с высокой точностью и способен печатать самые сложные детали. Ну что, друзья, настал торжественный момент. Обратный отсчет. 3, 2, 1.